Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами снова Солид, и вы смотрите небольшой видеоотчет с тренировочной игры с элементами ролеплея, которая проходила в Москве, в страйкбольном клубе «Партизан». Да-да, вы не ослышались, в Москве тоже есть где поиграть в страйкбол, причем территория огромная, 3500 квадратных метров. Есть полноценная раздевалка, шкафчики, место для отдыха, где столы, кресла и диваны. Можно взять снарягу и привода в аренду. Парковка. В общем, все условия для полноценного активного отдыха. Дополнительная информация в описании к видео. А сейчас о самой игре. Называется она «Район 432». Это игра с элементами ролеплея. Проходить она будет в мае, а сейчас это всего лишь тренировка. Действующие лица — это НАТО, Демократическая освободительная армия, российский контингент, силы самообороны, полиция, МЧС и мирные жители. И все должны отыгрывать ролеплей. Думаю, что майская игра будет полна интересных моментов. Я старался играть репортера, и по сценарию изначально нахожусь в плену. Ребята! Ребят, меня взяли в заложники! Давай, рот закрой, что тебя отпустил вообще? Не трогайте, не бейте меня, я всего-навсего репортер. Репортер. Какой ты репортер? Не стреляй, не стреляй. Заткнись. Молчу. Убери руки! Нет! Стой! Здесь мины! Ты куда? Куда его? Туда, уводи, уводи, давай! Там мины, блядь! Через центральный, вот там, блядь, чё? Блядь, ёбану. Да заходи туда! Да нет, там вход! Как вы уже поняли, началась спецоперация по освобождению заложника, спецназ пошел на штурм, и вы видите кадры от первого лица одного из игровых бандитов. Не убивай! Стоять! Не стреляй, блядь! Я заложник, я его убью! У меня заложник, я ебаный, не стреляй, блядь! Не стреляй, я заложник! Не стреляй, я ебаный заложника, блядь! Помогите! Давай, старший, генерал, давай! Не стреляй, у меня заложник, блядь! Не стреляй! Не стреляй, я заложник! Давай переговоры, тварюга, блядь! Не стреляй! Давай, блядь! Не стреляй! Не стреляй, в заложнике! Давай, старшего, тварь! В итоге спецназу удалось меня освободить, и я приступил к своим профессиональным обязанностям. Полиция вынуждена осматривать чуть ли не каждого гражданского на наличие запрещенных предметов.
Все, приняли. Как вы можете прокомментировать происходящее? Блин, они просто охренели, преступники. Их надо просто жестко досматривать, а все не забирать. А это точно преступники? Ну, возможно, возможно, преступники. Мы точно не знаем, но они похожи очень сильно. Поэтому мы испытываем к ним негатив. Еще одного привет! Документы нормальные, смотрите. Как вы давно находитесь в такой ситуации? На оккупированных территориях? Да. Уже несколько лет, нас кошмарят. А что у вас в руках? Граната. Настоящая боевая? Настоящая ручная граната. Руки за голову! Так, кто свободен? Я могу помочь. Ты стой там, где стоишь. Если кого-то условно ранили или условно убили, то он должен это полноценно отыграть. Деньги отняли? Будаев? Не, не отняли. Будаев, ко мне на! Не все. Поскольку на таких играх присутствует игровая валюта, то есть и что купить. Здесь это выглядит весьма символично, но на большой игре наверняка откроется полноценный рынок. Да. Яблочко дай. Да, брат, спасибо. Вот, яблоко купил. Еще есть игровые врачи, вот один из них негодует. Менты, ебать, просто пи***ц, из угла выходишь, они сначала, шмалей, потом такие, стой, кто идиот, блядь. Ты уже стоишь там, прижался, так шары мимо тебя хуярят, они все, стой, кто идет. В общем, в городе царит полноценная жизнь. Для зарабатывания денег можно устроиться и на работу дворником. Но не всегда можно определить истинную цель такой работы. Бандиты очень классно маскируются под гражданских, занимаются весьма мирными делами до поры до времени. Быстро! Уважаемые жители, вы что сейчас делаете? Ответь, брат, ты где? А мы идем устраиваться на работу. Да. Служится вообще. Как нам служится? Тяжело, да. Война. Вот, товарищ капитан, лучше возьми. Елена, батюшка, можно? Мы хотим узнать, как у вас служба идет, что происходит вообще. Че? Нештатная ситуация бывает. Но бандиты в этот момент не спали, они взяли в заложники ни много ни мало мэра нашего импровизированного города и еще несколько мирных жителей. Как вы видите, полиция тут же на это реагирует и уже идет спецоперация по освобождению заложников. Если будешь стрелять, я убью мэра! Мэр, давай, говори, не стреляйте! Если вы туда подпустите. Ну пойдем, пойдем. Я семья, дети, не стреляйте. За мэру убьем, твари. Волки, Бежали, мэру. Сделайте все, что они требуют. Позовите мне старлей вашего. Вон один глаз.
Спецназ не шел на переговоры с бандитами, все время пытался штурмовать и перекрывать поступление свежих сил к бандитам. В непосредственной близости от того дома, где все происходило, они положили на пол мирных жителей с целью досмотра, но были уничтожены. Как мы видим, эти мирные жители оказались не совсем мирными. Справа, справа, холл. Давай, запьем. Когда ситуация накалилась, пришлось прибегнуть к крайним мерам. После этого силовики пошли на контакт. Ты мне приведешь взамен одного сотрудника МЧС, одного доктора и три мирных граждан. Произведу обмен на мирный контингент, который я тебе сказал, и отдам вам мэра, блядь. Тебе нужен МЧС, доктор и трое мирных, правильно? Да, меняю на вашего главаря на них. Я тебя услышал. Все, я отхожу. Естественно, спецназ не стал выполнять требования бандитов. Вместо этого получилось следующее. Друзья, на этом пока что все. Чтобы вы лучше поняли, это была всего лишь тренировка. Мы собрались, посмеялись и разошлись. Действие происходило на полигоне «Партизан», причем ночью. Уехали мы оттуда только в 6 утра. По моему мнению, видео получилось бы куда более динамичным и длительным, если бы я был бы хоть как-то вооружен. Но я всего лишь репортер, поэтому получилось как получилось. Не забывайте про лайки, подписку на канал. Всего вам самого наилучшего, всем пока и удачи!